Osmanlaram kiramatli billigine. Pekhin paykhas ummani maqtum guli Praghi. Сегодня в столице состоялось торжественное открытие культурного центра Дохмачалар Министерства текстильной промышленности Туркменистана. Здесь созданы все условия для разностороннего развития творческих способностей молодежи. В частности, имеется большой концертный зал, рассчитанный на 420 мест для проведения масштабных форумов и красочных представлений. Имеются отдельные помещения, отведенные под гримерные, костюмерные студии, видео и звукозаписи. Здесь также будут функционировать сеть кружков для занятий по интересам. Далее гости посетили фитнес-спортзал, ознакомились со студией звукозаписи, оборудованной передовой аппаратурой. К услугам сотрудников и посетителей центра имеется открытая стоянка, налажена система транспортно-коммуникационных и иных услуг для их обслуживания.